Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой парфюмерный огонек. Сегодня у нас с вами будет просто распаковочное видео. Я вам покажу, что приобрела в интернет-магазине «Золотое яблоко». Сейчас вместе с вами раскроем посылочку и познакомимся с той парфюмерной композицией, которую я выбрала. И скажу еще пару слов про недавнее приобретение, которое мы вместе с вами распаковывали. Это аромат от бренда Jo Malone, пион и замша. Так, ну что, давайте приступать. Давайте откроем этот пакетик и посмотрим, что же там такое находится. Для меня самое огромное удовольствие – это приобретение и распаковка какого-нибудь желанного парфюма. А парфюм, который должен быть в этой коробочке, действительно являлся желанным. Я вынашивала мысли и идеи о его приобретении буквально прошлого лета. Вот так вот запаковывают золотое яблоко, Gold Apple. Смотрите, как все аккуратно и хорошо. Коробочку мы отбрасываем и давайте посмотрим, что там. И я думаю, эту распаковку будет очень интересно и полезно посмотреть любителям именно оригинальной парфюмерии, потому что она бренд Jo Malone. Как все знают и, наверное, уже читали в сетях, существует огромное количество, просто бесчисленное количество разнообразных подделок. Увеличу изображение, чтобы вы могли видеть, как выглядят сейчас оригинальные коробочки. Очень красочное оформление. Покажу все поближе, прямо вблизи, чтобы вы могли рассмотреть и структуру ткани бантика, и его форму, и как он завязан, и ленточку, толщину, длину и так далее, и тому подобное. Вот здесь мы с вами видим QR-код, бач-код, информация. Так, давайте я вам тут вот тоже поподробнее покажу все, чтобы вы видели, кто официальный дистрибьютор марки на территории Российской Федерации. Итак, как вы можете видеть, парфюмерная композиция называется «Морская соль и шалфей». Очень красивая. Вот вблизи посмотрите, коробочка, да, верхняя коробочка, так называемая, имеет вот такую вот текстуру. Я надеюсь, вам будет видно, как выглядит ленточка и бантик. Ну что, давайте открываем. Ну да, согласитесь, просто малыш вещи, очень красивое нишевое оформление и у коробочки, и давайте посмотрим сам флакончик. Вот так вот выглядит коробочка, вот так вот выглядит флакончик, и у современных выпусков вот сейчас он располагается вот так вот, тогда как в ранних выпусках вот такого вот домика для флакончика не было. А по прошлому видео я очень хорошо помню, что флакончик тут сидит довольно-таки крепко, даже можно сказать очень крепко. Вот что внутри коробочки. И так просто его не вынуть. Сейчас тоже у нас будут с вами определенные танцы с бубнами. А самое главное, чтобы... Может быть, я что неправильно делаю? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну вот, видите, с таким трудом я его вынимаю. Так, я уже даже устала это делать. Вот, видите, как он сидит. Ну давай, вынимайся. Он, по-моему, сидит еще плотнее, чем пион и замша. Так вот, все, процесс пошел. Вроде верхняя часть и нижняя часть флакончика вынулась. Вот так выглядит внутренняя составляющая, так скажем. Ой, у меня даже спина заболела, потому что стою тут в наклонку. Показываю вблизи, как выглядит этикетка. Показываю вблизи, как выглядит донышко. Можете поподробнее рассмотреть. Показываю, как выглядит трубочка у непшиканного флакона. Вот можете посмотреть ее форму у донышка. Этикетку с обратной стороны. Колпачок. Колпачок довольно-таки легкий. Надеюсь, вам будет видно его внутреннее устройство. Если не видно, то уж не обессудьте. Так, да, вот такой вот колпачок. Давайте смотрим на распылительный механизм. А распылительный механизм выглядит именно так и никак иначе. И давайте сделаем пшик. Для этого у меня есть блотеры. Так, секундочку.
Так, продолжаем разговор, потому что это Зая приехал назад, потому что он забыл телефон. Так, есть блотер, давайте нанесем, так, чтобы никуда не попасть, не знаю, да, вот так вот отодвинем. Но все равно же коробочка от морской соли и шалфея. Вот такое вот у него очень красивое распыление обширным облачком. И что мы тут слышим сразу в первых нотах этого великолепного аромата? А сразу мы слышим вот что, что это атмосферный летний парфюм, довольно такой эмоциональный, при этом мягкий летний. Он в одно время и сладкий, и в то же время освежающий. А вот действительно подойдет девочкам и женщинам для любого возраста. Аромат по первому впечатлению, ну, у меня это не первое впечатление, я довольно-таки хорошо знакома с этой парфюмерной композицией по многочисленным пробникам и travel формату 7 мл, который был в моей коллекции. Приятный, ненавязчивый, воздушный. А вообще, действительно, когда ощущаешь этот парфюм, то сразу на ум приходит такая ассоциация. Это побережье, а морское побережье, такое довольно-таки холодное морское побережье. То есть, ну, это не жара, это абсолютно не тропики и не субтропики. Это, наверное, такая какая-то европейская температура. И какая-то вот такая очень красивая зеленая нотка. Причем зеленая нотка не освежающая, а именно такая сладковатая. То есть ассоциация проходит такая, что это вы находитесь на берегу соленого, прохладного моря. И по берегам его действительно растут какие-то немножечко пряные, немножечко медовые травы. Собственно-то вот здесь и заявлен шалфей. В аромате действительно можно почувствовать горьковато-свежий запах морской соли. Никаких водорослей я здесь абсолютно не слышу. Но зато вот эта мягкость мускатного шалфея, соленых горьковатых нот очень и очень хорошо прослушивается. И все это в обрамлении. Тоже чуть-чуть горьковатого, при этом неявного в этой парфюмерной композиции грейпфрута. И, конечно же, здесь есть какая-то немножечко согревающая нотка. Я думаю, что ее роль здесь выполняет амбра. В общем, запах морской соли, прохлады какой-то вот морской. Очень красиво, да? Ну, в общем, в воображении сразу рисуется диковинный, многогранный букет. Действительно, да? И этот аромат действительно способен будоражить и чувства, и эмоции. Очень красивый летом, и даже уже сейчас буду им пользоваться с огромным удовольствием. Это и не сладкий, и не кислый аромат, знаете, и не горький, и не пересоленый. А здесь вот такая вот очень выверенная, спокойная, повседневная, даже можно сказать, офисная парфюмерная композиция. Очень красивый, шикарный, я скажу, парфюм. Джо Малон, морская соль и шалфей. А теперь покажу вам поближе коробочку от Пиона и замши. В принципе, все одно и то же, да, но только получается, что рисунок здесь несколько другой. Так как все идентично, только вот эта вот вторая коробочка несколько другая. Флакончики тоже идентичные. Можете посмотреть вблизи. Этикеточка также. И колпачок, и пульверизатор. Все абсолютно однотипное. Этот аромат очень красивый. Это цветочно-фруктовая парфюмерная композиция. И носить ее можно уже не только просто как спокойный, дневной, офисный, эмоциональный, будоражащий наше воображение аромат, а именно как парфюм также на каждый день, причем который подойдет на любое время года, подойдет и в офис, и при том, что он обладает определенной сладостью и очень такой красивой нежной манкостью, он подойдет также и на свидание. Уже проверено, этот парфюм очень и очень нравится мужчинам. Как он на мне, по крайней мере, раскрылся? Раскрылся он на мне очень красивым, нежным, слегка медовым пионом. И все это в окружении действительно таких вот шелковистых замшевых нот.
по направлению раскрытия, вот чтобы можно было представить, как это звучит. Аромат для меня немножечко похож на парфюм от бренда Dior Blooming Bouquet. Только Blooming Bouquet от Dior, он более такой простой, понятный всем, да, я не знаю, как сказать, ну, в общем, имеющий люксовое звучание. Пион из замши Jo Malone раскрывается, ну, гораздо более элегантно, красиво, дорого и интересно. А здесь в стартовых нотах очень хорошо слышится нота красного, спелого, хрусткого, сочного яблочка. И такие вот немножечко терпковатые, горько-сладкие, не переслащенные медовые акценты, роскошные замшевые ноты и, конечно же, аккорды душистого пиона. При этом аромат, несмотря на достаточно большую пирамиду, действительно очень нежный. При этом он обладает отличной стойкостью для линейки колоний бренда Jo Malone. Вот этот аромат морская соль и шалфей – это вообще одни из самых стойких и шлейфовых ароматов из всей вот этой вот прозрачной линейки. Я уже заказала дикий колокольчик, но вот посмотрим, как он будет на мне сидеть, как он будет долго на мне держаться. Дикий колокольчик я также заказала в золотом яблоке, потому что мнения по поводу дикого колокольчика разделились. Кто-то его слышит целый день и даже на следующий день, а кто-то, ну, с кого-то он слетает за 2 часа. В общем, посмотрим, как на мне он раскроется. Одно следует отметить, что это действительно ненавязчивый, очень носибельный, абсолютно приятный, при этом интересный, достойный, интеллигентный и породистый ароматы. Это, наверное, на данный момент и все, что я вам хотела сказать про свои вот такие вот 2 великолепных приобретения нишевой парфюмерии, которые, я думаю, уже скоро будет очень сложно достать. Поэтому торопитесь, если вы хотите попробовать, то заказывайте у меня пробничек, то есть от Левантика на 5 либо на 10 мл. Если располагаете средствами, то, пожалуйста, в интернет-магазине «Золотое яблоко», ну, по крайней мере, на данный момент эти и несколько других ароматов по очень приятной цене, не завышенной в 3 раза, пока еще в наличии. Итак, а на этом я буду завершать данное видео. Спасибо, друзья, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока, всех целую и до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся!